Тщательно подготовившись, злоумышленники подбираются к магазину. В руках необходимые инструменты для взлома пластикового окна, на лицах медицинские маски. В помещении неизвестные провели несколько минут, вышли с добычей в 108 тысяч рублей. Уже на следующее утро полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии двое предполагаемых похитителей были задержаны, третий скрылся. Вчера вместе с товарищами совершил преступление. Залезли в магазин, украли деньги. Потом уехал я домой. Вышли, разделили деньги, уехал я домой. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России. Один из задержанных утверждает, в момент совершения преступления он был пьян, так же, как и его товарищи. В ходе предварительного расследования установлено, что к совершению данного преступления может быть причастен Манукян Гарик Сипикович, 1986 года рождения. Если вам известно местонахождение данного гражданина, сообщите об этом по телефонам, указанным на экране, или обратитесь в ближайший отдел полиции. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Вести, дежурная часть, Саратов.